Андрей Николаевич, я хотел бы нашу встречу начать с разговора именно с вами. На последней встрече мы говорили о том, что вы займетесь формированием добровольческих подразделений, которые могут выполнять различные боевые задачи, прежде всего, конечно, в зоне специальной военной операции. Вы сами более года, да, по-моему, воевали в таком подразделении. Знаете, что это такое, как это делается, знаете вопросы, которые нужно заблаговременно решать, чтобы боевая работа шла наилучшим и самым успешным образом.